Друзья, привет всем! Вы вновь на канале Makita PT. Устраивайтесь поудобнее перед вашими YouTube-приемниками. Это у нас алмазная пила CC301D в наличии комплектации WAE и, конечно же, комплектация Z. Разработан агрегат на базе модели резака CC300D и предложен рынку компанией Makita в 2017 году. И если в состав WAE у нас входят, ну, естественно, сама алмазная пила, ключ 4 мм шестигранный, это у нас для съемки и установки диска. Не потерять, пожалуйста, хранить на штатном месте. Это резервуар для подачи воды и кронштейн к нему. Это, конечно же, вся необходимая бумажная документация. И плюс еще два аккумулятора 12-вольтовых по 2 ампер-часа серии CXT. Ну и зарядочка DC10WD к этим самым аккумуляторам. Ну и, конечно же, 85-й алмазный диск для пиления керамики и стекла. То в комплектации Z мы с вами экономим на батареях и зарядном устройстве. А зачем нам на них тратиться, если, например, у нас уже целый парк данного инструмента, и нам не нужны никакие аккумуляторы, еще одни никакие зарядные устройства. Нам нужна просто тушка, да подешевле. Здесь у нас также резервуар с кронштейном к нему. Ну, документация, это понятно. Ровно тот же самый диск. Ровно та же самая пила с 4-миллиметровым ключиком. Аккумуляторная алмазная пила Makita CC301D предназначена для пиления керамической плитки стекла дюймовой толщины с обязательным водяным охлаждением пильного диска. Пол-литровая емкость для воды с большим горлышком является собой неотъемлемый элемент конструкции этого агрегата. Привод пилы работает на скорости 1600 оборотов в минуту, и его мощности вполне хватает для распила материала на глубину 25,5 мм при ровном угле и 16,5 мм под углом 45 градусов. Меняется данная глубина просто. Вот здесь у нас сзади барашечек расслабили, выбрали, что нужно, зафиксировали. То же самое наоборот. Собрали обратно, зафиксировали. Ну и, как вы поняли, данным инструментом можно выполнять не только прямой рез. Им можно снимать и фаски с торцов плитки с углом наклона до 45 градусов. Настроечная операция в данном случае выполняется также быстро и без использования дополнительных инструментов. Тот же самый барашек, только спереди расслабили, выбрали, зафиксировали. Визир для ведения линий 0 и 45 градусов спереди присутствует. Алмазный диск имеет у нас диаметр 85 мм. Именно на такой диаметр рассчитана данная пила. И его посадочное отверстие составляет 15 мм. Теперь запоминаем. Вот здесь спереди, ну, в общем, как у всех пил дисковых, имеется вот эта кнопка блокировки шпинделя. И наш с вами 4-миллиметровый шестигранный ключ. Здесь нам пригодится. Заблокировали шпиндель, открутили винт, сняли внешний фланец, сняли внутренний фланец, его посадка 15 мм, он у нас односторонний. Если быть точнее, нам его, конечно же, снимать не надо, вот нам на него и нужно установить наш с вами диск. Затем мы возвращаем фланец внешний, доворачиваем это дело ключом
с использованием все той же кнопки блокировки вала. И вновь повторюсь, убираем ключ на его штатное место. Для повышения точности при распиливании заготовки предусмотрена функция обдува линии реза. Но все же это у нас инструмент для влажной резки, поэтому установим резервуар для воды. Понадобится крестообразная отвертка, поскольку винты у нас здесь филипсовые. Здесь у нас с вами две части. Вот такая круглая, это для самого резервуара, и овальная для инструмента. Вот сюда на редуктор мы устанавливаем. В итоге сперва фиксируем один винт, затем расслабляем круглую часть для емкости. Устанавливаем емкость. Фиксируем второй винт, который держит резервуар. И закручиваем шланг с таким вот кранчиком. С помощью данного кранчика регулируется подача воды на диск. И настройку придется выполнять непосредственно перед работой, дождавшись, когда он предварительно полностью раскрутится. Ну и теперь нам с вами осталось подключить питание. Номинальное напряжение 12 вольт. Нам необходим один CXT аккумулятор. Устанавливается вот здесь позади рукояти. Литионные аккумуляторы платформы CXT без эффекта памяти и саморазряда оснащены индикацией заряда и полностью защищены от перегрузки потоку и недопустимого разряда батареи. Курок удобно расположен на рукояти, имеет двухстороннюю кнопку блокировки, то есть можно что так работать, что так. Работает инструмент довольно бесшумно и плавненько. И, кстати, для удобства серийной резки в подошву имеется возможность установить параллельный упор. Габариты инструмента 313 на 170 на 125 мм. Сделана пила в Китае. Ну и теперь по традиции посмотрим на поведение данного инструмента на весах. Итак, конструкция в сборе с аккумулятором весит, я скажу, что 800 кг. А если же мы изымем аккумулятор, то 1,5 кг, ну, либо 1,6 кг здесь, в принципе, посередине. Будет довольно удобно работать с этим инструментом. Это связано не только с небольшими габаритами и малым весом, но и с выверенной по эргономике конструкцией. Обрезиненная рукоятка обеспечивает удобство в работе за счет большего контроля над инструментом. Она покрыта замечательным, удобным рельефным эластомером, и обхват просто-таки мертвый. Никелированная подошва помогает без проблем вести инструмент по поверхности и защищена от ржавчины. Таким образом, аккумуляторная алмазная пила Makita CC301D – идеальный помощник для резки и заусовки кафеля, и тем самым она вам поможет избежать покупки громоздкого макрореза. Так давайте же не будем тянуть время и скорее спустимся в описании под этим видео, выбрав одну из ссылочек на данный инструмент в любой из его комплектаций, и перейдем на наш сайт makita-pt.ru. Там можно данный инструмент приобрести, а также посмотреть, может быть, что-то вам еще подойдет, тоже это заказать. Перед тем, как покинуть данное видео, не забудьте обязательно поставить лайк данному видео, поделиться им с друзьями, подписаться на наш занимательный канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующий видеообзор. А еще, друзья, спешу обратить ваше внимание. До 10 тысяч подписчиков осталось совсем немного, буквально около 20 человек. Я очень надеюсь, что мы за эту неделю с вами обязательно поднажмем, достигнем этой замечательной, почти что юбилейной круглой цифры и устроим по этому поводу какой-нибудь приятный розыгрыш. Поэтому давайте, не ленитесь, я буду очень рад. Вам это не сложно, а нам очень приятно. Thank you.